Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 34, упражнение номер 1. В этом упражнении два задания. Первое задание. Сравни с помощью циркуля звенья ломаной и отложенные на прямой отрезке с такими же номерами. Если мы сравним отрезок по цифре 1 красного цвета с отрезком по цифре 1 зеленого цвета, они окажутся равными. Аналогично отрезки под номером 2 и отрезки под номером 3. Узнай длину этой ломаной разными способами. Длину ломаной можно узнать, измерив звено каждой ломаной. Длина первого звена 2 см, длина второго звена 3 см и длина третьего звена 3 см. 2 плюс 3 равно 5 и плюс 3 равно 8. А можно измерить длину данного отрезка. Его длина будет также равна 8 сантиметрам, значит, такой же длины равна длина ломаной. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.